Добрый день, уважаемые посетители портала куплюинтернет.ру. Сегодня мы представим вашему вниманию вскрытие посылки из Чайнарской республики с замечательным чехлом для iPhone 4S не менее великолепной компании SwitchEasy под названием Capsule Rebel. Хочу уточнить, что посылочка это из США прислана. Такой вот хитрый способ. Прислана она first class mail, то есть посылочка без номера отслеживания. Этими посылками добивает все, что можно, самолеты. Но, тем не менее, она доехала за полтора месяца до России, что очень хорошо для Нового года. В комплекте идет бумага, как вы видите. Немаловажный атрибут. Да. Аксессуар. Чехольчик. Аксессуар. Чехольчик. Подробная инструкция в том, что мы купили это на eBay, и все. И еще бумага. Да, еще. Я думаю, что всем будет интересно, когда же все-таки была осуществлена покупка. Сколько времени это шло? Полтора месяца шло. Примерно полтора месяца. Помимо чехла, подарок многоуважаемый американец прислал несколько, аж на три наклейки дополнительных. Ой, тут что-то их очень много даже. Более, по-моему, аж шесть наклеек дополнительных. Пленок, да? Пленок, да. И сам чехол Capsule Rebel. Тоже с пленками в комплекте, кстати. Да, кстати, там тоже пленочки. Две пленки, если не ошибаюсь, там шло. Вот так как я покупал его в подарок, он заклеен, открывать мы его не будем. Вскрытие этого чудесного чехла вы уже видели неоднократно. Чехол от Мич великолепен, и он был одним из бестселлеров компании SwitchEasy в свое время. Блин, я все-таки его вскрою, Андрей, ты убедил меня. Я это великолепие покажу нашим зрителям. Я даже не пытался это сделать, по крайней мере. Если я все-таки это сделаю, придется разрезать фирменную пломбочку. Фирменная пломбочка не разрезалась. Она, оказывается, просто снималась. Вот такой чехол. На самом деле, это один из самых лучших чехлов для iPhone 4S. 4. По нашему скромному субъективному мнению. Вот эта вставка пластиковая, эта вставка прорезиненная. То есть, он состоит из двух частей. Сейчас я вам это покажу. Он состоит из двух частей. Вот эта часть на самом деле не телефон, как некоторым может показаться. Это всего-навсего. Чехол для чехла. Да, чехол. Это там бумажная конструкция. Нет, там пленка в комплекте должна быть. Алло. Там пленка, заглушки все различные. Пленка, заглушки для USB-зарядки и для наушников сюда. Круто. Сам чехол состоит из... Я прошу прощения, пока Дима подводит итоги. Здесь еще в комплекте очень важные штуки есть, которыми я лично пользовался очень долгое время. Это подставка для просмотра, для установки смартфона в качестве маленькой такой панели телевизионной а-ля. И две подставки для аудиосистемы, для того, чтобы можно было поместить в Cradle. Я лично пользуюсь подобного рода подставками, пользовался для установки iPhone 4S в музыкальный центр Yamaha. И прослушивал, собственно говоря, через плеер айфона свою любимую музыку. Пленки в комплекте также идут. По-моему, три штуки ушло здесь, по моей памяти, две или три. Две из них я стандартно всегда косячил при наклеивании. Одна, слава богу, уходила. Маленький совет. Когда будете клеить пленочку, зайдите в ванну, включите горячую воду, пускай пол ванны наберется, тогда будет влажность, и вся пыль осядет, и пленочка заклеится замечательно. Мне удалось его разобрать. Состоит он из двух частей. Первая часть. Такая очень жесткая, крепкая штука, которую можно даже кусать и не прокусить, в том числе и ронять. Углы защищены, то есть при падении телефон будет жив и здоров, проверено неоднократно. А вторая часть внутренняя, это прорезиненная часть, которая создает дополнительную амортизацию и защиту телефона. В общем, на самом деле чехол супер. Рекомендуем покупки. Стоит он сейчас недорого даже уже. Да, что-то вообще. Только единственная важная ремарка по поводу 4S. Вот смотрите, здесь вот этот чехол изначально создавался под модель 4, iPhone 4. Соответственно, на сайте на официальном вы увидите маркировку, что этот чехол только под iPhone 4. Как решить проблему? В чем причина? В чем проблема может быть? Может быть проблема в том, что чуть-чуть вот здесь вот кнопочка переключатель режима беззвучного будет, скажем так, находиться внутри. Да, потому что iPhone 4S, он немножко смещен по отношению к iPhone 4. Лечится двумя путями. Первый, никак. Просто ставите и пользуйтесь немножечко, напрягая пальцы, когда переключаете. Либо вариант номер два, то, что мы с Дмитрием использовали. Мы свои чехлы немножко подрезали. Это несложно и технически делается элементарно. Так что чехол великолепен. Настоятельно рекомендуем приобретению, если сие любопытно вам. Вот так вот он смотрится на поставке.
Круть, я даже не пробовал. А я очень часто пользовался такой штукой. Так что, ребят, рекомендую. Классный чехол, лучшая модель. И очень сильно мы ждали подобного рода модель на iPhone 5. Ну, собственно говоря, в следующем видео мы покажем вам что-то подобное. Очень любопытное и интересное. За сим у нас все. Если есть какие-то вопросы, мы милости просим на наш сайт pluinternet.ru, на наш форум, обсуждайте, оставляйте свои комменты. Всего удачи, всем пока.